Здравствуйте, дорогие телезрители! Наша очередная встреча началась, как обычно, с моего появления на экране. Значит, я вежливо поздоровался, обаятельно улыбнулся и этим сразу задал мягкий, приятный тон для всей передачи. Наш отчет о съемках 8 новых серий «Маски 2005» мы начнем с рубрики, название которой звучит точь-в-точь, как и название всего нашего информационно-развлекательного цикла. А именно, «Маски-шоу 15 лет спустя». Постоянные зрители «Маски-шоу» наверняка помнят двух прелестных персонажей. Хулиганистого мальчика и вредную девочку. Вот они, посмотрите. С тех пор прошло много лет, актеры выросли, и мне показалось интересным встретиться с ними сейчас. А вот и первый ребенок, Гоша Зарин. Привет. Привет. Помнишь ли ты того маленького мальчика, который снимался в «Маске-шоу»? Конечно, помню. Он до сих пор еще живет во мне и очень часто просится наружу. Ты в жизни был таким же вредным и хулиганистым, а сейчас как? Ой, в жизни, конечно. Вы спросите у моих родителей и у моих учителей в школе. Они вам понарассказывают. Но сейчас уже, конечно, нужно быть более серьезным. Все-таки учеба, работа, спорт, отдых, ночные клубы, женщины, алкоголь, наркотики. Хотелось бы стать профессиональным актером? Вот честно говоря, иногда такое желание ко мне приходит, но на самом деле я этого не хочу. Какую роль ты играешь на нынешних съемках? Моя роль заключается в том, что я администратор на съемочной площадке. Но поскольку я еще только учусь, я ее играю не очень уверенно, но я буду стараться. Интересно, а твоему поколению нравится «Маски-шоу»? Тебе лично? Думаю, да, ведь юмор достаточно простой и понятен, наверное, каждому. И я думаю, что вряд ли парень моего возраста или девушка откажется от того, чтобы провести полчаса перед экраном и посмеяться. Я с удовольствием это делаю. А с девочкой Яночкой Делиевой мы повстречались уж совсем в неожиданной обстановке и отвлекли ее своими вопросами от одного очень важного мероприятия. Яночка, ты помнишь ту маленькую девочку, которая много лет назад впервые снялась в сериале «Маски-шоу»? Помню маленькую девочку, помню, как ее нашли в капусте сначала, потом помню первое шоу «Маски на свадьбе» и, соответственно, все остальное. Вот, ну, «Маски на свадьбе» продолжаются вот сегодня. We'll be right back.
Хотелось ли тебе тогда и желаешь ли ты сейчас стать великой актрисой? Великой актрисой не знаю, но скорее великой артисткой. Может быть, не обязательно там где-то на сцене и где-то еще, но так как бы по жизни великая артистка, вот так скорее. Как ты думаешь, твои друзья и близкие, родственники, маски готовят для тебя сюрпризы? Не превратят ли они твою свадьбу в веселое шоу? Я только на это надеюсь, что они, что все превратят ее в веселое-веселое шоу, и друзья, и родители, и все близкие. И я с своим мужем. Завтра очередной день съемок нового сериала «Маски-2005». Как ты думаешь, твой папа-режиссер выйдет с утра на смену? Думаю, выйдет, потому что он, к сожалению, в равной степени режиссер и отец. Думаю, выйдет. Пожелаем же подросшим детишкам успехов. А Яночку еще и поздравим со свадьбой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас, дорогие друзья, у нас снова пойдет рассказ о некоторых секретах съемочного процесса. И поверьте, это не будет обмен студийным опытом, либо советы начинающим кинематографистам, а просто знакомство. Знакомство с некоторыми профессионалами, которые в течение многих лет принимают участие в создании проекта «Маски-шоу», и которых до недавнего времени совершенно незаслуженно обходили вниманием. А вот интересно, что у них на уме? Героями этой короткой рубрики станут члены постановочной группы во главе с художником-постановщиком Александром Ботининым. Саша, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями о работе с масками. Самые хорошие, добрые и легкие, скажем так. Уже достаточно давно я с ними работаю, с 96-го, с 97-го года. Ну, пока все, друг другом довольны. Что необычного, забавного в твоей профессии может быть интересно для телезрителей, с твоей точки зрения? Трудно сказать. Все время все полно неожиданностей. Возникает куча всяких проблем, которые надо решать за 3 секунды. Скажем, построить дом там, размером 100 метров высотой, помещение, которое 3 метра высотой. Вот. Отсюда всякие комические ситуации. Саш, значит, вот твоя работа, она сродни легкому обману. Зрители видят на экране роскошный дворец, на самом деле это сплошная фанера, картон, деревяшки, одним словом, декорации. Вот ты считаешь это правильно, вообще не стыдно? Ну, если в них достаточно вкладывается энергия какой-то внутренняя, то не стыдно. Твое отношение к происходящему и пожелания проекту? Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Большого плавания желаю. А мое отношение самое благожелательное. Большое спасибо, не буду мешать. Поищем на площадке других героев невидимого фронта. Этого симпатичного, доброго мастера тоже зовут Саша. Александр Алексеев. В маске шоу он отвечает за элементы декорации, трюки, визуальные эффекты, за игровой реквизит. В общем, работает с предметами. Так получилось совершенно несправедливо, что в течение многих лет он ни разу не появлялся на экране. Но вот сейчас сбудется его мечта. Саша, скажите, чем интересна ваша профессия? Тем, что из ничего делаешь что-то. А потом это что-то разламывается на мелкие кусочки, и получается еще больше ничего. А бывало ли так, что трюки не получаются? Тогда это какие трюки? Трюки должны получаться. Такого не должно быть, чтобы они не получали. Саша, какое у вас хобби, помимо переделки горбатых запорожцев? Все, что не связано с работой, наверное, уже является хобби. Это катание на мотороллере, отдыхание летом на море, зимой на коньках катание. Вот мы и познакомились с вами, друзья, с двумя Александрами. Большое вам человеческое спасибо, Саша, за ваш нелегкий, но почти неблагодарный труд. А мы с вами, друзья, встретимся через несколько мгновений в следующей рубрике на съемочной площадке.
сейчас приедем на новую площадочку возле моря. Там снимается очередное маркет-шоу. С комиками. Хорошими актерами. Вот мы приехали. Подняться на второй этаж. Придется пешком, машина туда не добирается. Хотя и маленькая. О, спорт, ты мир, любила говорить моя бабушка, цитируя то ли кого-то из классиков, то ли знаменитого спортивного барона. Еще десяток лет тому назад мы с вами и не догадывались, что можно вот просто так, запросто, немного потренировавшись... Подвой и улюлюканье тысяч зрителей. Лупить своего соперника куда ни попадет. Причем лупить за большие деньги. Мы с вами не знали о существовании тотализатора. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сообщаю, что это массовый спор на большие деньги. То кого? Не догадывались, что есть такие виды мордобитного боя, где нет или почти нет никаких правил. Короче говоря, как же скучна была наша жизнь, пока по телевизору не начали показывать бои без правил. Итак, внимание, внимание, дамы и господа, ladies and gentlemen, мы ведем свой репортаж со съемочной площадки новой серии из цикла «Маски-шоу», действие которой проходит на самых кровавых, самых зрелищных в истории спорта боях без правил. Приготовьтесь к адреналиновой атаке. До начала беспрецедентного титульного боя остается несколько минут. Делайте ваши ставки, господа. Так, приготовились, уходи, уходи. Камера! Пока секунданты шепчут последнее наставление своим подопечным, попробуем узнать чуть больше, чем это позволено правилами поединка. А именно, как соперники и их тренеры готовятся. Итак, небольшое интервью с претендентом перед боем. Скажи мне, пожалуйста, какой страшный. Скажи мне, пожалуйста, Саша, ты работаешь без дублера? Во-первых, не перед боем, перед обедом. У нас мало времени. Я работаю без дублера, и это очень трудно, потому что на самом деле, ты знаешь, я вообще хотел другую роль сыграть. Какую? Ну, я хотел быть, знаешь, красивым, высоким. И чтоб тебя били, да? Лысым, здоровым, чтобы я всех бил. А получилось, мне опять режиссер не туда дал. Ну, насколько я понимаю, есть еще вторая часть, когда ты уже будешь всех бить из последних сил, да? Нет? Да, режиссера, продюсера. А сейчас мнение одного из бойцов. Как вы считаете, готов ли ваш соперник к поединку? Ну, я считаю, готов, потому что не было бы этого поединка. Скажите, скорую помощь заказывали? Ну, это, наверное, только для него.
Да, возможно. Саша, скажи мне, пожалуйста, противник вообще в курсе, что ты перво-наперво актер, а уж потом боец трагедии не будет? Он в курсе, но проблема в том, что он в первую очередь боец, а потом уже актер. Поконкретнее, пожалуйста. Поконкретнее? Хочешь, я вас познакомлю? Мне нужно, я смотрел со стороны, скажу, было больно? Ну так, доставал. Все ли синяки на твоем лице нарисованы или есть натуральные? Ну, при вскрытии выяснится. Дорогие зрители, вас дурят, вас обманывают. На самом деле здесь на проволоке летают каскадеры и бьют вообще не меня, и бьют не тех, кто... Понимаете, это из правды. Подожди, не тех, кого бы тебе хотелось. Давай конкретизируем. Да, и деньги платят не те, и вообще обеды... Что-то я не то говорю. Ну, я тоже не то спрашиваю. Так, еще один вопрос. Веришь ли ты, Саня, в свой успех? Успехи бывают разные. Ну, в какой из них веришь, в какой нет? Нет, на самом деле все прописано. Конечно, я его замочу, и жалко парня, потому что он действительно, в отличие от меня, красивый и достойный спортсмен. Но, в общем, он будет смешным в результате. Ну и еще несколько добрых слов перед боем. Добрых? Я победил. Я сейчас вот. Сейчас прям говорю, что я победил. Моя победа будет. Спасибо. Посмотрим. Наш Саня самый красивый, это говорю вам я. Успехов тебе, Саня! Спасибо. Это был репортаж о подготовке масок к боям без правил. Сам поединок века смотрите на экранах ваших телевизоров. До свидания, дорогие телезрители. А я, пока бой еще не начался, побегу, сделаю ставку.